Устанавливаем кодовую панель. Кодовая панель монтируется с помощью саморезов либо двухстороннего скотча с внешней стороны двери на любое удобное место. Панель имеет сенсорные кнопки, русифицированное меню и световую и звуковую индикацию. Влагозащитный корпус позволяет использовать панель на улице, но не под прямым дождем. После подключения панели к ротатору необходимо придумать мастер-пароль. Для этого заходим в меню, нажимаем цифру 1 для установки мастер-пароля и придумываем мастер-пароль. В данном случае 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем. Мастер-пароль установлен. Теперь с помощью кодовой панели мы можем закрывать замок. И открывать его с помощью мастер-пароля. Мастер-пароль необходим для дальнейшей настройки кодовой панели. С помощью мастер-пароля можно изменять настройки и добавлять новых пользователей. Добавим пользовательские пароли. Для этого заходим в настройки, вводим мастер-пароль, выбираем пункт 1, дальше выбираем пункт 2, пользовательские пароли. Придумываем новый пользовательский пароль, в данном случае 54321. Повторяем. Новый пользовательский пароль добавлен. Теперь для того, чтобы открыть дверь, необходимо активировать панель и ввести код. Дверь открыта. Также вы всегда можете открыть дверь снаружи с помощью ключа. Панель имеет функцию OTP. Она позволяет генерировать коды доступа удаленно. Например, если к вам неожиданно нагрянули гости. Вы сообщаете им сгенерированный код, и они вводят его на кодовые панели. Создадим временный или одноразовый код доступа. Для этого в приложении, в меню, переходим во вкладку «Пользователи». Создать временный код доступа. Выбираем функцию через кодовую панель. Выбираем категорию пользователя, которому мы предоставляем пароль. Можем задать время, дату и тип пароля – одноразовый или многоразовый. Создадим многоразовый пароль. Зададим время. Нажимаем «Создать временный код доступа». Приложение сгенерировало одноразовый пароль, мы можем сообщить его гостю. Пробуем открыть дверь с помощью временного кода. Дверь открыта.